Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто а. отслужил, б. имеет военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, б. имеет боевой опыт и... Конечно, я сразу хочу так предварить вопросы, которые могут с этим возникнуть. Это никаких мобилизаций, призывов студентов, обучающихся в вузах, речи не идет, и идти ни в каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовывать не будет. Естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву, их это тоже не касается, они не подлежат никакой мобилизации, направлении в зону проведения специальной военной операции. То есть наши призывники также продолжают служить, как и служили на территории Российской Федерации. Потому что у нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, у нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она так 1% или чуть больше. 1,1% может быть процент от общего мобилизационного ресурса.